28 марта 2014 года состоялось общее собрание руководителей обособленных подразделений Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор» в Хмельницкой области. То, что мы провели сегодня собрание обособленных подразделений «Украинского выбора» в Хмельницкой области, провели это собрание и, в принципе, создали территориальный совет обособленных подразделений «Украинского выбора» в Хмельницкой области. Это уже успех общественного движения «Украинский выбор», успех в той обстановке, в той ситуации, в которой находится наша страна. Мы смогли это сделать, и это показывает то, что очень много людей поддерживает общественное движение «Украинский выбор», нацелены на реализацию идей общественного движения «Украинский выбор», и говорит о том, что у нас на сегодняшний день в Хмельницкой области создана хорошая команда, которые поддерживают идеи, поддерживают положение, поддерживают нашего лидера Виктора Владимировича Медведчука в Хмельницкой области. На собрании был создан территориальный совет Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор» в Хмельницкой области. Председателем его стал Сергей Крыжановский. Целью моей деятельности будет то, чтобы на сегодняшний день все-таки «Украинский выбор» стал одним из движущих и одной из движущей силы в Хмельницкой области.